Впереди выходные, многие активно строят планы, чтобы провести их насыщенно и интересно с пользой. Наша съемочная группа расскажет и покажет, как провести эти два дня весело и активно. Зима – не повод отказываться от тренировок на улице. 26 ноября в 8:45 пройдет субботний дружеский 5-километровый забег. Старт и финиш на речном вокзале у букв Тверь. Для участия в первом забеге вам нужно сначала зарегистрироваться в системе parkrun.ru. И не забудьте взять на забег свой собственный штрих-код. В этот же день пройдет 12-й научно-популярный фестиваль «Цифровая история». С 10 утра в бизнес-центре «Тверь» на Смоленском 29 вы узнаете ответы на вопросы. За что сожгли Бруно, кто писал под псевдонимом Шекспир и что спасло Россию от участи стать колонией? На эти и многие другие исторические загадки вы найдете ответ в субботу утром. А уже вечером 26 ноября также в бизнес-центре «Тверь» пройдет гала-концерт под названием «С нами круг», который приурочен к юбилею известного тверского артиста Михаила Круга. Возрастная категория 12+. На душевном концерте воспоминаний вы услышите песни Михаила Круга, композиции, посвященные творчеству тверского шансонье, а также песни других авторов. В концерте примут участие известные артисты и победители конкурса русского жанра имени Михаила Круга, прошедшего в Твери этим летом. Вариантов организации досуга много, ну а чем планируют заняться на выходных жители Верхневолжья, мы спросили у них самих. На выходных я скандинавской ходьбой хочу заняться. А давно занимаетесь ходьбой? Нет, я только хочу, и вот именно на завтра я запланировала. А почему именно вот выбрали этот вид спорта? Ну, просто я так мало вообще-то хожу, а это буду ходить. Думаю, да, да, активный возраст, надо себя поддерживать. Я работаю. А как-то отдыхать будете? Да, я в субботу хочу сходить на выставку. А какую именно? Рене Магрит, которая в... Тверском городском музее. Да, да, да. Пытаюсь найти работу. Выспаться. Выспаться. Да, наверное, выспаться, да. Не знаю, я не местный, уеду. Совершенно не важно, как именно вы проведете свои выходные. Дома на диване или на концерте, подпевая любимые песни. Самое главное – это по-настоящему отдохнуть. А как именно – решать только вам.